Итак, начинается третий период встречи хоккейного клуба «Саров Инвест» и «Спартак» из города Городец. И сразу же, прямо на первых же секундах, Андрей Калашников отправляет восьмую шайбу в ворота гостей сегодняшнего матча. Один пробрался сквозь всю оборону, смог забросить шайбу, так нужную саровчанам. Шайбу забросил Андрей Калашников, номер 44. Поляков остается победителем в единоборстве в углу. Хорошая передача Калашников. Очередной бросок. Идет до добивания. Федосов. Бросок по воротам. Попадает шайба в щитки Андрея Семенова. Бросок по воротам. Алексей Суровикин спасает свою команду. Федосов сильно по борту. Уходит шайба в среднюю зону. Ну что, пока для саровчан все складывается очень удачно. Если они, конечно, сегодня выиграют, то завтра будет очень тяжелый матч, наверное. Две игры подряд, да еще и на выезде второй матч, опять же. Почему это будет решающая встреча. Ну, что, конечно, саровчане сегодня выиграют. Сжимает шайбу Алексей Суровегин. Она сильно по борту. Успевает Владислав Шошин. Передача на пятачок. Ну и бросок по воротам. Малафеев. Выводит саровчане шайбы. Выход 2 в 1. Хлестаков решает самостоятельно бросить по воротам. И совсем хорошо получается бросок у Никиты Хлестакова. Федосов снова отправляет шайбу в зону. Поджимают саровчане. Не хотят останавливаться. Шалаев. Видные игры фиксируют лайтсмены. Еремеев уходит за ворота. Начинает саровчане раскатываться. Платухин. Передача в среднюю зону. Поздно. Брос в зону. Немного не точно. Игрок. И проходит передача. Выход 3 в 2. С догоняющим. Клепнев. Уходит. Бросок по воротам. Мимо шайба. Штанги проходит. Клепнев снова нужно бросать. Бросок по воротам. И где шайба? Шайба в воротах. Успел на добивание сыграть Игорь Поздов после броска Сергея Клепнева. И уже 9-я шайба в воротах хоккейного клуба «Спартак». Расстроен, видимо, Андрей Семенов. 52-й. Шайбу забросил Игорь Поздов, номер 18. Ну, про третий период в статистике «Городца» сказать ничего не могу, но думаю, что пока это им не очень хорошо помогает, даже если они их и выигрывают, эти третьи периоды. Выходит саровчане из зоны.
3 в 3, идет в обыгрыш Хлестаков. Снова 3 в 2, выход. Малафеев, бросок по воротам, и Андрей Семенов все-таки не всегда, но спасает свою команду пропущенных шайб. Поляков, Калашников, сходит шайбу с крюка. Федосов оставляет шайбу в чужой зоне. Хороший пас. Селякин. Один абсолютно был Ярослав. Бросок поворотов. И вновь Андрей Семенов помогает своей команде. Выигрывает борьбу саровчане. Поляков. Калашников. Убирает скорость, проходит в среднюю зону. Дает передачу в угол. Там Константин Поляков. Очередной пас. Бросок поворотом. По-моему, в штангу попадает шайба. Селякин опять бросал с острого угла, правда. Поэтому, видимо, в штангу и попал. И Алексей Суровегин выжимает шайбу ловушкой. Бросок по воротам очередной. Входит шайба. Бросок по воротам и шайба в воротах хоккейного клуба «Саров Инвест». Бросал Алексей Мизий. Ну, не видно было Алексею Суровегину, конечно. Накатывался там игрок и, по-моему, вообще задел его. Проброс у нас. Справится вбрасывание в зону хоккейного клуба «Спартак». Выигрывает Малафеев вбрасывание. Парфенов, бросок по воротам. Шошин перехватывает шайбу, отправляет ее обратно в зону. Салаев, передача. И вне игры фиксирует Лайтсман. Передача на пятачок. Брос. Брос в зону. Выводит саровчане шайбу из своей зоны. Выход 3 в 3. Листаков идет в обыгрыш. Удается обыграть ему защитника. Шошин навязал борьбу. Есть возможность выйти из угла, но теряет шайбу саровчане. Шошин. По-моему, по лицу получает сейчас Владислав. Немножко неаккуратно мне Андрей Никитенко пытался шайбу отобрать. Отправляется Андрей Никитенко за опасную игру высоко поднятой клюшкой на скамейку штрафников. По-моему, 2 минуты. Такой вердикт выдал ему главный арбитр сегодняшней встречи.
Слякин. Бросок поворотом. Где шайба? По-моему, в плечо попало. Федосов. И теперь удаление в составе хоккейного клуба «Саров-Инвест». 4-4 продолжится встреча. Отправляется Ярослав Селякин на скамейку штрафников. Калаев бросок поворотом. Мешал ему Андрей Калашников. Получился у него бросок, поэтому Калашников уходит через левый край. Бросок поворотом. Выше штанги шайба ушла. Сула. Проходит краем. Бросок поворотом. Опасно сейчас очень было. Некому было с каких-то градца добить. Шайба была абсолютно одна на пятачке. И вылетает шайба в оборонительную сетку. Меняется звенья команд. Шалаев. Сула. Проходит среднюю зону. Входит в зону хоккейного клуба «Саров-Инвест». Ошибается. Сейчас опасно. Алексей Сурагин выбрасывал шайбу. И проброс. Фиксирует лайтсмены. Немного успокоился, по-моему, встреча. Голубев. Бросок поворота. Будет сам добивание. Никто даже из саровчан не идет ему помешать в этом. Клепнев. Ходит один из угла. Идет в обыгрыш. Латухин. Дает передачу на Клепнева. Не совсем точно сейчас была адресована передача. Бросок поворотом. Попадает шайба в Зазнобина. Малафеев. Уходит за ворота. Дает передачу на Парфенова. Тут точный пас. Есть все-таки остаются проблемы у саровчан с приемом передачи. Листаков. 2-1 выход. Малафееву передача не доходит. Вовремя сумел там Ярослав Александров перехватить шайбу. Выводит саровчане шайбу. Владислав Шошин будет первый. Хороший пас на Константина Полякова. Бросок сходу. Но шайба попадает в оградительную сетку. Очередной бросок поворотом Алексея Суровегина. Наш голкипер на месте. Вот уже на протяжении, наверное, 7 минут мы не видим заброшенных шайб. Немножко подуспокоились игроки обеих команд. Поздав. Еремеев. Поздав. Хороший момент сейчас у саровчан. Бросок поворотом и шайба в ловушке Андрея Семенова. Выигрывает Клепнев вбрасывание.
Проброс. Первый сул на шайбе после вброшенной шайбы в зону хоккейного клуба «Саров Инвест». И вне игры фиксирует линейный арбитр. Шайба будет брошена в средней зоне. Быстро уводит шайбу из своей зоны хоккеист «Саров Инвест». Листаков идет по правому краю. Тот ему должен идти в помощь. Шошин из-за ворот нужно вылазить. Отдает передачу. Опасный момент. Вновь шайбу «Саровчан». Листаков. Дальше на Шошина. Мешает ему двое аж соперников. Сбрасывает Саровчане шайбу в чужую зону. Хороший силовой прием в исполнении Никиты Хлестакова. И проброс. Удаление в составе хоккейного клуба «Саров Инвест». Отправляет Вячеслав Парфенов на скамейку штрафников за подножку. Никитенко. Голубев. Передача на Андрея Макрова. Вышла шайба из зоны. Шалаев. Идет в обыгрыш. Андрей Калашников успевает отобрать у него шайбу. Выход 2 в 1. Калашников. Бросок по воротам. Подает шайбу во вратаря. Ну и Голубев. Никитенко. На дальней штанге накатывался Сергей Филимонов. Дает защитнику Никитенко. Макрова. Передача. Бросок сходу. Шайба, по-моему, вылетает за пределы хоккейной площадки. Татухин сильно по борту шайбу выбрасывает. Никитенко. Макров. Бросок по воротам. Шалаев. Макров. Перехватывает передачу Клепнев, но не успевает до конца это сделать. Ложится под шайбу Сергей. Не удается совершить бросок хоккеистам из городца. Опасный момент, и Владислав Шалаев отправляет все-таки шайбу в ворота хоккейного клуба «Саров Инвест». Ничего уже не мог сделать Алексей Суровегин.
Начинает свою атаку Саров Инвест из-за ворот. Парфенов. Проходит передача на Малафеева. Шошин. Давал Пестакову. Парфенов. Наброс на ворота. И Михаил Малафеев становится еще одним автором заброшенной шайбы. Уже 10-я шайба в воротах Спартака. С передачи Владислава Шошина номер 77. Ну вот и заброшенные шайбы пошли к концу третьего периода. 89-й. Шайбу забросил Михаил Малафеев номер 12. Удается саровчанам. Хороший момент, Селякин. Бросок по воротам. Вновь не удается Ярославу забросить шайбу. Уже не первый момент за сегодняшнюю встречу у него. Но пока что-то не идет у него шайба в ворота. Хотя уже все сделал, и вратаря положил, и защитник обыграл. Просто пока не идет. Тем временем пытается развернуться в чужой зоне действия с Городца. Очередной наброс. Попадает шайба в Андрея Калашникова. Не удается саровчанам опять шайбу из своей зоны вывести. Продолжается атака гостей сегодняшнего матча. Выброшены шайбы за пределы хоккейной площадки. Клепнев на скорости. Поздово. Вставление. Клепнев. Бросок по воротам. У шайба в дальней девятке. Отличный гол. По-моему, уже третью или четвертую шайбу в этом матче забивает Сергей Клепнев. Но пока все удачно складывается для саровчан. И, видимо, завтра они поедут в Городец на ответную встречу, последнюю. Как я предполагаю, хотя еще играть остается порядка 5 минут. Клепнев. Еще один проход. Отдает передачу на Зазнобина. И очередная шайба в воротах. Андрея Семенова. 12-й уже по счету. Шайбу забросил Руслан Зазнобин, номер 91. Меньше 5 минут, простите, остается до конца третьего периода. Я думаю, что саровчанам уже ничего не помешает завтра поехать в Городец. Если только какие-то форс-мажорные обстоятельства. Пестаков. Входит в среднюю зону. Шоша. Бежит по краю. Нужно давать передачу кому-то. Передача на Малафеева. Бросок по воротам. Сходит шайба. Где шайба? Шайба уходит в угол. Не успевает зажать ее Андрей Семенов. Продолжается атака саровчан. Уже Семенов вышел из ворот для того, чтобы выбросить ее из своей зоны. Никитенко. Вновь оставляет одного Макрова на пятачке. Передача адресована не ему. Бросок по воротам. Удается Саров Инвесту отбиться от этой атаки. Малафеев вдвоем с Шошиным. Передача. Останавливается Владислав. Бросок по воротам. После рикошета отправляется шайба в угол площадки. 2 минуты остается до окончания третьего периода. И проброс.
2 в 1 выходит Калашников с Поляковым. Немножко не удается обработать шайбу на приеме Константину. Селякин. Вот из угла дает передачу на Рисовинкина. Рос в зону. Снова Селякин. Поляков. Бросок сходу. Шайба улетает за пределы площадки. Поздор. Плетнев. Бросок. На отмышь. Мимо штанги. Плетнев. Не решается начинать атаку пока Сергей. Собственно, с Рапчином пока торопиться некуда. Это и время играет только на их вместе. Вот сейчас очень смешной момент, да. Как вы думаете, кто остановил Евгения Колотухина? Защитник Спартака? Нет. Вайцман. Тащит Еремеев шайбу из своей зоны. Листаков. Выбрасывает шайбу по борту. Шошин один. Обыгрывает и забивает. Сейчас неточная передача. И Владислав Шошин отправляет 13-ю шайбу в ворота хоккейного клуба «Спартак» из города Городец. Ну, видимо, все. Для «Спартака» сегодня матч окончен. Остается несколько секунд. Что, поздравляем хоккейный клуб «Саров Инвест». Желаем им удачи завтра на выездном матче. Матч для вас комментировал Вячеслав Парфенов. Желаю всем удачи. Любите хоккей. Не дворовая шпана, не уличная банда.